Очень многие говорят о том, что только когда заболев каким-то неизлечимой болезнью какой-то, они начинают, ну, я уже понимаю, что через несколько месяцев умрут, они начинают думать о смысле жизни. Даже многие пишут о том, что это самые лучшие дни, что они прошли со смыслом, действительно. Угу. А правильно ли так сказать, что смерть, она подталкивает человека, чтобы он задумался к смыслу жизни? Или нет? Смерть, естественно, она настолько, поэтому так и необъяснимо, и довольно парадоксально ощущается нами заранее, чего нет у животных, в общем-то. У животных предчувствие смерти, оно более явное, чем у человека, но более близкое к состоянию смертельной смерти. У человека оно... Если бы не было смерти, конечно, то люди бы... совершенно по-другому вели бы себя. То есть вы как-то говорили, что все расчеты через... Все расчеты идут только через смерть. Да. Ну и вот это плохо. Потому что человек привязан к этому животному, в котором он находится. А каббала позволяет нам приподняться из него и делать уже другие расчеты, независимо от животного тела. Потому что как только мы из него выходим, попадаем в вечное совершенное течение энергии, информации, света, мы сразу же прекращаем вообще обращение к нашему животному телу. То есть мы должны о нем заботиться, потому что мы еще производим через него определенные исправления в этой жизни. Но заботы о нем практически только в этом, а не о нем самом.